мы готовим, собственно, дуэт. К, да. нему, к нему готовились не так уж долго, но зато делаем все от души. Это, мне кажется, будет хорошая такая фишка в Армении, потому что я знаю, что Анну там любят. Все мужчины поголовно любят, поэтому назло вам. Ха-ха-ха. Пою я. Пою с ней я. Пою с ней я. Вот. И вот буквально за маленький промежуток времени знакомств я уже понял, что она действительно свой человек, такой позитивный, классный и хочет развиваться постоянно и в вокале, и в творчестве. А кто написал песню, расскажи? Ну, музыку написал я, она у меня родилась как-то ночью. А слова написала прекрасная поэтесса Анна Галкина. Вот, и поэтому мы вот показали Ане, Аниту очень понравилось. Да, мне очень понравилось, конечно, с удовольствием. Анюту. Я показала всем подружкам, все подружки сказали, о боже, какая классная песня. Очень веселая, про любовь, про счастье. Я всем вам желаю вообще любви, потому что без любви очень скучно жить. А поскольку мы люди любящие, в смысле, ну... Любимые, любящие, творческие. И уверена, что она будет хитом. Действительно, песня получилась от души. Когда вот что-то пишется быстро, вот не там сутками, не месяцами, не годами, а вот, вот буквально за 10 минут была песня написана. Поэтому я думаю, что она действительно может стать хитом. Благодаря вашей поддержке, господа телезрители, мы с Анютой все, что от нас зависит, от души мы сделаем. Сделаем, да. По крайней мере, как минимум запишем, снимем хороший клип и запустим ротацию. Надеюсь, только вам очень понравится, конечно. Вот, если не понравится, вам все равно слушайте, смотрите. Заставляйте себя. С уважением, Март Бабаян и Аня Семенович. Не, ну что, Анна Семенович. Хорошо, Анна Семенович. Одно сердце на двоих.